Всем привет! С вами канал «Современные родители». Сегодня рассмотрим особенности коляски Валко Бэби Снап Дуо. Не пропустите выход нового ролика. Для этого активируйте колокольчик и подпишитесь на канал. Под видео в описании вас ждут ссылки на магазины с лучшими ценами. Буду благодарна за поддержку. Пишите комментарии и ставьте лайки. Коляска для двойни имеет два совершенно полноценных сиденья, расположенных рядом друг с другом и имеющих небольшую перегородку. При таком устройстве общая ширина конструкции напрямую зависит от ширины каждого из сидений. Но создатели предпочли сделать акцент на удобстве для малышей и выделили каждому из них достаточно места. Рама выполнена из алюминия, а ручка покрыта противоскользящим материалом. Завершает конструкцию огромная хозяйственная корзина, расположенная под сиденьями на всю ширину шасси. При складывании коляски для транспортировки корзина остается снаружи, зато внутренняя поверхность сидений оказывается скрытой от пыли и влаги, а значит Snap Duo всегда будет готова гостеприимно принять малышей. Два раздельных капора закрывают обоих детей от солнца. Есть дополнительная секция на молнии, расстегнув которую можно максимально увеличить капюшон. В обоих капорах расположены смотровые окошки. Двойняшки засыпают не всегда одновременно, поэтому спинки сидений сделаны так, что их можно опускать независимо друг от друга. Для регулировки наклона есть ремни, постепенно ослабляя которые можно плавно и беззвучно опустить спинку до горизонтального положения. Лежа малыши не видят друг друга и закрыты от посторонних глаз. В качестве плотной перегородки сзади служит плотная шторка из ткани с накладным карманом для мелочей, которую при желании можно отстегнуть. Подножки у сидений также регулируются независимо. У каждого из двойняшек для защиты есть свой съемный бампер и свои ремни безопасности. Длину и высоту крепления ремней можно регулировать в зависимости от роста детей. А застежка ремня содержит секрет. Как бы ни пытались, малыши не смогут расстегнуть ее, так как это требует одновременного нажатия в двух направлениях. Для комфорта маленьких пассажиров ремни коляски оснащены мягкими плечевыми накладками. Два задних резиновых бескамерных колеса снабжены удобной системой стояночного тормоза. Каждое из передних колес является поворотным, что способствует маневренности конструкции. При движении по неровной дороге лучше воспользоваться фиксатором, который препятствует вращению передних колес. Я проанализировала отзывы и выделила основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Неудобно складывается. Узкая подножка. Бедная штатная комплектация. Ремни безопасности неудобно застегивать. Теперь перейдем к положительным. Добротная коляска. Легкая маневренная. Большая вместительная корзина. Глубокий кап. Универсальная. Неплохой баланс. Хорошая проходимость. Хорошая маневренность. Сиденья раскладываются в лежачее положение. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Не пропустите новый обзор. Для этого подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Надеюсь, вы провели время с пользой, поэтому ставьте лайки и пишите комментарии. До скорой встречи на канале «Современные родители».